Доброго времени суток, друзья! Аномальная погода! Еще минуту назад ехал, было солнце, ясно. И вдруг в аномальную какую-то зону попадаем. Все резко затянуло, вокруг туман. Просто грусть, печаль, тоска какая-то. Да, друзья, смотрим, слева стоит трехногая. Стоит не по закону. На этой трехногой должен сейчас тут рядом стоять знак где-то опознавательный. Знаков нет, трехногой нет. Сейчас тоска. Ладно, бог с этим трехногим. Едем дальше, спускаем сейчас с горы. Смотрим, вообще видимость впереди идущей машины вообще не видать. Температура упала от плюс 11 до плюс 3. Вот так вот, друзья, идет встречные машины, а их и не видно путем. Как так? Что с погодой? Все было прекрасно, все было хорошо, и вдруг тебе на туман и погода. Как это так-то? И месяц провоцирует нас на обман. Испарение сильно. За бортом показывают на новой линии в районе деревни Румянцева. Плюс 11. В данный момент бортовой компьютер показывает плюс 3. Разница между Новой Ригой и данной местностью километров 10. Время 4 часа дня. Четыре как бы. Непонятно, откуда здесь туман есть, а там нет. Почему вот такой перепад температуры большой? И туман тут есть, а там нету. В чем причина? Кто знает, напишите комментарий. Да, друзья, здесь погода ночью была отрицательная, до минус 5. Но тут уже сейчас проехал лужу, лед не растаял лужу. Понятно, сейчас просвет и дальше 20 Вообще ничего не видать. Вот машина за 50 метров уехала, ее практически не видать. Вот, друзья, опять туман все сильнее и сильнее. Впереди идущей машины уже не видать на камеру. Сейчас машина тоже скроется в тумане. От нас. Ладно, друзья, будем прощаться. Если понравилось видео, ставьте пальцы, подписывайтесь на канал и до скорых встреч.